Несовершеннолетние привлекаются к уголовной ответственности с 14 лет. Уголовная ответственность несовершеннолетних – это самый строгий вид ответственности. Она наступает за совершение преступлений, то есть наиболее опасных правонарушений. Уголовная ответственность наступает по общему правилу, согласно уголовному закону, 16 лет. Но за многие преступления уголовная ответственность также наступает с 14 лет. Например, с 14 лет наступает уголовная ответственность за убийство, умышленное причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью, в том числе, например, в драке, изнасилование, кражи, грабежи, вымогательства, заведомо ложные сообщения об акте терроризма, угон автотранспорта, хулиганство при отягчающих обстоятельствах, хищение либо вымогательство наркотических средств и другие. Нужно иметь в виду, что совершение преступления в составе группы лиц влечет за собой более строгое наказание, так как является отягчающим обстоятельством. Уголовными наказаниями для совершеннолетних являются штраф, лишение права заниматься определенной деятельностью, обязательные работы, исправительные работы, ограничение свободы, лишение свободы на срок до 10 лет. Причем несовершеннолетним такой вид наказания не может превышать 10 лет лишения свободы. Если же несовершеннолетний совершил преступление небольшой или средней тяжести, наказание может быть ему заменено принудительными мерами воспитательного воздействия, состоящих, например, в передаче под надзор родителей либо специализированному органу, обязанности возместить причиненный вред, запрете посещения определенных мест, ограничении пребывания вне дома и так далее. Кроме того, по осмотрению суда несовершеннолетний может быть направлен в специализированное учебное заведение на срок до наступления на совершеннолетие, но не более чем на 3 года. За невыплату заработной платы возбуждено очередное уголовное дело. Прокуратурой города Нефтекамска по коллективному обращению граждан проведена проверка трудового законодательства. Установлено, что в период времени с сентября 2021 года по январь 2022 года руководитель ООО «Далат» допустил невыплату заработной платы перед 5 работниками общества на общую сумму более 370 тысяч рублей. Руководитель ООО «Далат», являясь ответственным за финансово-хозяйственную деятельность общества умышленно в целях извлечения прибыли и располагая денежными средствами, необходимыми для выплаты задолженности на протяжении длительного времени, не выплачивал работникам заработную плату. В целях защиты трудовых прав и интересов граждан прокуратурой города вынесено мотивированное постановление о направлении материала в следственный орган для решения вопроса об уголовной ответственности. По результатам рассмотрения постановления 29 апреля 2021 года Нефтекамским межрайонным следственным отделом Следственного управления Следственного комитета России по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 1 статьи 145 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Часть 1 статьи 145 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации – невыплата заработной платы, пенсии, стипендий, пособий и иных выплат. Наказывается штрафом в размере до 120 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 1 года, либо лишением права заниматься определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 1 года, либо принудительными работами на срок до 2 лет, либо лишением свободы на срок до 1 года. Ход и результат расследования данного уголовного дела, а также сроки погашения задолженности по заработной плате находятся на контроле прокуратуры города.